Наши борцы греко-римского стиля завоевали 5 медалей на чемпионате Европы по борьбе среди юношей до 23 лет. Наши спортсмены завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. Нихат Мамедли, выступивший в весовой категории 60 кг, обыграл в финале Ираклия Димитриашвили из Грузии и поднялся на высшую ступень пьедестала почета. Хасай Гасанлы, выступивший в весовой категории до 77 кг, в решающем поединке также встретился с грузинским спортсменом. Хасай, победивший Давида Салагашвили, завоевал золотую медаль. Кроме того, Зия Бабашев, проигравший только в финале, завоевал серебряную медаль. Вторую бронзу в нашу подборку принес Лачин Валиев, победивший армянина Геворга Тадевасяна. Таким образом, на чемпионате Европы наши борцы завоевали в общей сложности 5 медалей. С таким результатом наши борцы заняли 3-е место в медальном зачете. На первом месте сборная Грузии, на втором – сборная Турции. В то же время женская сборная Азербайджана по борьбе завоевала 4 медали на чемпионате Европы. На соревнованиях, проходивших в болгарском Пловдиве, наши представительницы завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. В последний день соревнований на высшую ступеньку пьедестала поднялась Жаля Алиева, выступившая в весовой категории 62 килограмма. Победив Анну Фабиан из Сербии, она заняла 1-е место. Еще одна участница нашей сборной Гюльтакин Ширинова в весовой категории 53 килограмма вышла в полуфинал, но проиграла на этом этапе. Однако за бронзовую медаль Беатрис Феррент из Румынии выиграла со счетом 11-1 и заняла 3-е место. Напомним, что ранее в составе нашей команды Эльнура Мамедова завоевала серебро, а Нигяр Мирзазаде – бронзу. С таким результатом наша команда завершила чемпионат Европы на 5-м месте.